И всем привет, с вами я, Александр Сычков, и сегодня я бы хотел поиграть в новую миссию от моего друга Мотофикса, в общем, в Гаррис моде. И сегодня вот мы будем проходить это прохождение. Так, здесь я ничего не нашел, так как что-то здесь нету. В общем, это как-то вообще прохождение будет, конечно, долгим, но ладно. Так, ну, он мне сказал, где-то должно быть оружие, да. Давайте пройдем дальше. Так, в общем, мы играем за раненого какого-то игрока. В общем, в ящиках ничего нету. Видимо, здесь вообще ничего нету. Так, вот мы видим первый калаш, но почему-то я его взять не могу, потому что, видимо, я раненый или как-то такой. Здесь дверь уже открыта. Точнее, да, открыта была. Так, ой. Да, конечно, сделано очень все круто. То есть, смотрите, здесь какие-то монстры, какой-то мужик, или тетка, я не знаю, какая-то еще хрень, потом скелет какой-то и еще что-то там валяется. Так, о, смотрите, здесь валяется солдат какой-то, я не знаю, полиции, и второй какой-то, я не знаю, тоже какой-то солдат, но он как бы... Просто он висит на этой хрени, я не знаю, я смогу его как-нибудь выкинуть, что ли? Так, я их пройти... А, вот так могу, да? Так, он держит эту хрень, поэтому я что-то не могу ее... Я, короче, не могу ее туда сделать, потому что там вот это вот этаж, мне вот сюда вот надо. Так, ну ладно. А калаш я так я понял, что я взять его не могу. Ну ладно. Как бы окей. Вот здесь, наверное, наше прохождение закончится, потому что я не знаю, как здесь дальше делать чем. Ну ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Так, а интересно, если бы мы сделали бы вот так. Ладно, короче, это будет долгим. Я пока остановлю видео, и когда заберусь туда, мы все узнаем. Итак, друзья, я забрался, но так как... я не понял, как я это сделал, точнее, эта хрень так и не работала, я нашел здесь лестницу, вон она. То есть по ней можно было забраться. Так, мы дальше идем сюда. Здесь какой-то стол. Так, вот это мужик опять лежит, да? Так. Так, здесь опять ничего нету. Вообще ничего. Так. Нифига нет. Так, здесь мы видим вот это вот, которое было в начале, короче, дырка, и там. Пролезаешь там, где мы были только что. Только уже за забором. Так, здесь мы видим мужика. Он, короче, какой-то раненый или какой, я не знаю. В общем, у него есть два пистолета и дробовик, ребята. Так, ладно. Еще какая-то краска сделана, ну ладно. Так, теперь нам надо как-то спрыгнуть туда вниз. Но мы же знаем то, что мы можем упасть и потерять ХП. Ладно, давайте так спустимся как-нибудь. Я не знаю, оружие как-то можно будет уже брать или как? Ладно, еще чем придумаю. Так, ну здесь я ничего не увидел. Точнее, не вижу. Но, видимо, я не знаю, здесь, наверное, ничего нету. Так, вот там мы были, как я уже сказал. Мы пролезли. Так, теперь нам надо как-то дальше идти. Или посмотрим. Здесь ничего нету. Так, я понял. Никаких ни ломов, ничего, короче, нету. Хотя, он мне сказал то, что лом будет. И автомат будет еще. Где же лом? Так. Ой, а вот и лом. Короче, ребята, мы нашли лом. Вот, да, он теперь, опять же, рабочий у нас. То есть мы им теперь можем кого-нибудь ударить. Хотя бы вот какая-то будет защита у нас. Теперь. От всякой этой хрени. Я не знаю, чего приготовил для меня мой друг Мотофикс. Так как первое прохождение было, ну так сказать, простое, но все равно крутое. Так, здесь мы видим дверь, и давайте пройдем по ней. Так, я пока что врагов не вижу. Ну, видимо, наверное, здесь не будет. Так, здесь, давайте посмотрим, что здесь. Здесь мы видим какого-то мужика. Так, какой-то обгорелый, что ли, мужик, или непонятно, какой-то сожранный. Ну, короче, это... прохождение номер 2, так как это продолжение прохождения той
карты, на которой мы были до этого. Поэтому как-то, в общем, выглядит это... Через стену нет, нельзя проходить. Ладно. Короче, ладно, давайте просто спрыгнем как-нибудь. Давайте сейчас я пойду. Интересно, как можно спрыгнуть? А, ну, вот так, понял. Вот так. Все. Теперь надо как-то... Так, а как можно здесь вообще сделать как-нибудь? А, сделать вообще здесь, я не знаю. Давайте спрыгнем как-нибудь. Так. Вот. Ой-ой-ой. Чуть не упал. Так. Здесь я не знаю, что здесь вообще такое. Я туда спрыгивать что-то не хочу. Хотя можно было. Да, здесь мы ничего не видим. Давайте опять обратно заберемся туда, где мы были. И теперь мы должны, я не знаю, пробовать сюда. Сейчас спуститься, давайте. Оу. Так, здесь какие-то бревна, давайте сломаем. О, их можно ломать. Хоть что-то прикольное сделаем сегодня. Так. Окей. Зомби какой-то лежит. Давайте его побьем немного. Хотя он уже все. Потому что мы сюда пришли по той прошлой миссии, так как там были какие-то зомби. И, в общем, главный герой. Я не стал показывать эти картинки, которые там показаны, типа комикса. Там, короче, он должен был пробраться. В общем, надо было как-то сделать что-то. И, в общем, мы пришли в это место, чтобы узнать, откуда там зомби были в первой части. Ну, как-то так, я по-другому не могу объяснить. Так, мы падаем вниз. Так, сюда мне не надо. Так, вот. Мы видим здесь ХП. Ну, вот он валяется. Ой, что-то я падаю, что ли? Ладно, тут мы видим какого-то мужика. Я не знаю тоже, кто это. Короче, какой-то мужик. Так, дальше мы пробираемся, и смотрите, мы так и не нашли нифига. То есть, друг сказал мне, что будет на этом месте где-то СМГ, хотя я не знаю, его вроде нету. Для самого СМГ. Стоп, а это не СМГ случайно? Да, ребята, мы нашли СМГ, но вот только здесь 45 патронов, так что надо их как-то, в общем, наверное, чтобы они не пропадали у нас просто так. Потому что не просто так нам приготовили это оружие. Видимо, я в кого-то буду стрелять. Так, проходим дальше. Здесь какая-то хрень. Так, это что такое? О, это какая-то, я не знаю, какая-то дырка какая-то непонятная. Так, мы прошли дальше, и тут опять надо спрыгнуть, да? Так, солдат здесь никаких уже нету, так я понял. Так, ну что ж, мы здесь нифига не видим. Так. Ладно, теперь нам надо найти выход, что ли, отсюда. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть, смотрите, дробовик есть у нас. И три молотова. Но мы взять их не можем, потому что у нас и так уже в прошлом разе можно было брать дофига еще оружие, а тут только можно брать только лом и автомат, так как у нас рюкзака сейчас с собой нету. Так как мы, я не знаю. Короче, я не понял сам, как я сюда попал, потому что комикс мне ничего не показал, короче. Так, там ничего нет у нас. Нет, там какая-то хрень. Хотя это пули какие-то. Ну ладно. Окей, давайте спрыгиваем. Так, тут какой-то камень. Проходим дальше. Так, это надо пролезать, что ли? Скелет какой-то. Так. И здесь мы дошли уже до каких-то таких вот палок. Давайте пролезем по ним. Так, и мы вот так вот дошли до сюда. Так, куда дальше идти? Так, я перепрыгну, что ли, это место? О, да. Все, мы дошли, в общем, здесь какой-то дальше идет, я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, какая-то комната. Дальше вот такая вот пещера, можно сказать, как в Майнкрафте. Так, здесь какие-то валяются, я не знаю, кто это. Так. А я вообще где нахожусь? Окей, пошлите. Так. Спрыгиваем. Ой! Ну ладно. Так. Ну здесь я больше ничего не видел, так что давайте пробираться дальше. Я все жду, что кто-то на меня нападет здесь.
что приготовил для меня мотофик, я точно не знаю, потому что он мне сказал только, где лежат оружие, то есть где их можно найти. А вот где, что делать, я не знаю. То есть в этой игре даже сохранение они не сделали. Так как сохранения нету, надо приходится вот так как-то искать места. Так, окей. Я что-то запутался, короче. Здесь почему-то нельзя выйти. Это как-то странно. Здесь потому что все как-то сломано. А, да. Точно, я чуть не забыл. Тут же так эта штука есть. Так, ладно. Сейчас мы все сделаем. Так, идем сюда. И мы здесь дофигичи что видим. Коробка валяется. Так, дальше. Что еще? О! Это что такое? Короче, какие-то уроды здесь. Какой-то монстр валяется. Да, какие-то хрени. Так, ладно. Дальше идем. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Это что такое? Блин, отвали. Офигеть, да, это были враги, ребят. Это что? Охренеть. Да, вот здесь вот начинается уже что-то такое вот интересненькое, мне кажется. Так, что мы делаем дальше? Давайте проберемся. Да, конечно, очень как-то даже страшно, можно сказать, стало, потому что я не ожидал, что у меня какая-то хрень будет. Ой, враги, точно. Я о них забыл почти. Так, у нас осталось. 4 заряда. Что какие-то у нас монстры здесь. ХПшки можно брать теперь. Так, ладно, и мы пробираемся дальше. Дальше. Ой, где он? Где он? Вот он. Вот эта гадина-то была. Где? Так. Надо вообще патроны-то оставить. Ой, вообще, охренеть, я испугался, ребят, охренеть. Вы бы видели мою вообще. Я в камеру, охренеть, они по 20, они по 10 хп. Так, ну хотя бы, ой, гадины. Вы, ай, патроны закончились, подождите, сейчас перезаряжусь. У меня теперь 450 патронов, я нашел их. Так. Я просто офигел, ребята. Это просто охренеть. Что за хрень-то, блин? Эти монстры-то лезут, блин. Я даже не знаю. Так, давайте поищем какое-нибудь место. Потому что я не знаю, что здесь вообще делать. Я реально... Тут какие-то одни монстры валяются. Потому что правда не знаю, что здесь дальше делать. Так. Что такое? Стоп. Что такое? У меня игра что-то залагала. Блин. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии, понравилась ли вам эта миссия от Мотофикса, так как я ее прошел, написано, вы победили, и у нас опять сейчас начнется комикс. Ладно, и всем пока!